Всем привет и добро пожаловать! Меня зовут Татьяна, и вы находитесь на моем канале, чему я безмерно рада. Обязательно подписывайтесь и включайте колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео, которые вы, я точно знаю, ждете. И, конечно же, я рада вас приветствовать у себя в Инстаграм. Стараюсь там появляться часто по мере возможности. Итак, девочки, сегодня наконец-то свершилось долгожданное для вас видео с покупочками из магазина Fix Price. И для меня, впрочем, тоже, потому что здесь есть один товар, от которого я просто пищу от восторга, и уже просто не терпится его освоить и куда-то пристроить. Покупок будет немного, все самое лучшее, что удалось мне найти в этот заход, так что много времени я не займу, но вам понравится, я обещаю, поехали. Итак, начнем с того, что я заприметила самым первым, и меня удивило в очередной раз качество. Девочки, смотрите, я взяла из этой серии две вот таких вот соусницы, но видела там еще тарелочки, то есть прям очень даже хорошего качества, здесь нет никакой наклейки о том, что это за компания, но невероятно красивая. Вот смотрите, видите эту текстуру? Очень красиво, невероятно красиво и по цвету, и по форме. Я взяла две соусницы, почему? Потому что периодически, когда мы заказываем роллы, да, мне вот такие соусницы нужны, у меня нет специальных тарелок, как-то я не озадачивалась вопросом их покупки, но вот такие маленькие соусницы мне однозначно пригодятся. Нет вообще никаких вопросов ни по исполнению, ни по дизайну, очень сильно понравилась эта посуда. Если будут еще какие-то варианты, помимо тарелок, да, то я обязательно возьму, потому что мне очень понравилось, действительно понравилось, качественные и невероятно стильные, посмотрите, действительно стильные, прям очень-очень рекомендую к покупке, стоили они 27 рублей 50 копеек, если я не ошибаюсь, все уточню в конце видео по чеку, но это очень дешево. Ну, а что касается посуды, этот товар уже наверняка все видели, еще в преддверии, мне кажется, Дня всех влюбленных, ну и потом, естественно, 8 марта, все могли видеть вот такие вот кружки, девчонки, кружка с крышкой, это подарочная кружка с крышкой и ситечком на 345 миллилитров. Я уже несколько раз подумывала ее купить, но все как-то, не знаю, как-то руки не доходили, что ли. Так, давай как-то ты открывайся, начинается. Так, значит, что мы здесь имеем? В этот раз не удержалась, уже решила взять, потому что я довольно часто завариваю себе какие-то чаи листовые, то есть у меня есть зеленый чай, который я, в принципе, люблю, молочный улун, да, есть чем там, как он называется, каркаде листовой, это у меня мама любит. Ну, в общем, я решила купить и попробовать, да, чтобы не было никаких проблем с завариванием. Значит, что мы здесь имеем? Смотрите, вот такая вот крышечка, да, нормальная такая, с одной стороны зелененькая, с другой стороны бежевая. И внутри, смотрите, вот такое огромное, да, огромное и с очень мелкими отверстиями ситечко, которое идеально подойдет для заваривания. Внутри сама кружечка вот такая вот белая, обычная, тоже нет никакой наклейки, но я вам так сейчас... Это у нас везла в кружка подарочная. Мне интересен состав, из чего она. Так, страна-изготовитель Китай. Состав фарфор, нержавеющая сталь. Ну ок. И понравился мне принт. Знаете, вот такой вот весенний. Там еще, по-моему, было с какими-то птичками, что-то типа того. Но вот этот, я считаю, прям самый такой классный, который будет радовать мой глаз. Не знаю, мне очень понравилось. Но, возможно, я куплю еще, если встречу. Супер, вот, сделали, накрыли. И будете пить себе чаечек с превеликим удовольствием, просто убрав заварку, и не будет никакого трэша с вот этими листиками чая. Кружка подарочная, 199 рублей. Наверное, буду говорить сразу, то меня постоянно ругают. Следующее, что я еще даже не открывала, но это что-то невероятно интересное. И почему-то со снежинками, хотя зима давно прошла. Девчонки, вы тоже наверняка видели вот такие вот перчатки от Bonhomme. Написано, что они многоразовые, износостойкие, с манжетами. Я взяла в размере M, потому что рука у меня достаточно маленькая. Так, смотрите, что мы имеем. Фу, как они воняют клеенкой. Прям клеенкой, знаете, для сада и огорода пахнут. В общем, вот такие вот перчатули белые, ну какие-то такие прозрачные, да, резиновые. А ну-ка, надеваем. Ух тышка, девчонки, смотрите, класс. По самый локоть, вы видели? И по размеру, ну вот,
Как вы можете видеть, именно по глубине вот этих пальчиков мне маловато, да, потому что пальцы, говорю, длинные, хотя сейчас дело не в маникюре, а именно в длине самих пальчиков, да. Но, в принципе, я справлюсь. Ну класс, смотрите. Давайте наденем вторую. И буду вся такая я красивая в перчатках мыть пол, гляньте. Ну класс, действительно, прикольные девчонки. Я не знаю, конечно, как надолго их хватит, но они такие прям плотные-плотные. Но комфортные. Можно брать, девочки, можно брать. 77 рублей, все счастье. Классно. Мне нравится. Я попробую, если вдруг... Если вдруг вы уже делали уборку с ними, то дайте знать, как оно вам вообще. Там они есть в большом размере, в L, в S не видела, M и L, кажется. Класс, 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 буду пробовать. Следующее я взяла для мужа в гараж. Вот такую губку для мытья автомобиля, губка восьмерка. Потому что они все время пропадают. Это какой-то вообще в гараже у него постоянно теряются губки, тряпочки для полировки, вот такое. Ну, в общем-то, эта губка всегда нужна, ей удобно мыть машину, если делаешь это самостоятельно. Хотя у нас и есть мойка, да, но керхер, я имею в виду. Но, тем не менее, иногда вот эта штука нужна, поэтому пусть губка будет. Для мытья посуды 25 рублей. Так, что еще я взяла, девочки? Вот такие резинки, смотрите. Вот такие миленькие блестящие резиночки. Сейчас очень модно все, что с люрексом, поэтому пусть будут. Но меня привлекло нет, меня привлекли цвета. Вот особенно вот эти вот нюдовые, такие красивые светлые цвета. Я очень люблю вот эти оттенки. Мне нравятся они такие, знаете, разбеленные. Поэтому с превеликим удовольствием взяла. Очень универсальные цвета, подойдут под любой цвет. Синий, так вообще вот этот будет прекрасно с джинсами. Ну и так вроде бы я смотрю, нормально сделано вот это место соединения. Не должны разорваться. Вот, потому что все резинки практически из моего дома куда-то пропали. Куда, я не знаю, но они пропали. Пропали, это факт, поэтому частенько приходится обновлять. Резинка для волос 55 рублей. Дальше, следующий товар буду вам советовать, потому как уже покупала и могу вам дать отзыв. Смотрите, для животных, если помните, кто меня смотрит, я покупала вот такую траву. Это у нас трава для кошек, 100% натурально, без химических субстратов, овес. Восполняет запас витаминов и фолиевой кислоты, улучшает процесс пищеварения, очищает желудок от шерсти. 8 дней свежая трава готова к употреблению. Состав овес, дренажный мешок из синтепона, 40 грамм масса нета. Значит, у мамы есть кошка. Она ей эту травку посадила, и кошка с превеликим удовольствием ее ест. И все в порядке, все проросло, все здорово, все замечательно. Для чего я взяла на сей раз, если у нас кошек нет? Я сейчас открою и покажу. А, тут прям получается... А, тут прям вот в этой штуке и надо. Ну, понятно, я некрасиво разорвала. Ну, короче, ладно. Я способная. Вот так все это дело выглядит. Смотрите, здесь просто синтепон, а внутри семена. Вот, и все. То есть, получается, вот так в этот лоточек ставите, водой заливаете, и у вас растет травка где-то на окошке. Почему я взяла? Потому что у нас во дворе совершенно нет травы. Вообще, вот от слова совсем нет травы. А собачкам это нужно, потому что я вижу, что Юви, когда попадает на задний двор, она там начинает щипать траву, где, если ее найдет, да? А ходить по улице, собирать траву вдоль дороги у меня не возникает желания, поэтому я решила, что посажу и у себя дома, ну то есть залью, да, и будет у меня расти точно так же травка, как у мамы, и я буду давать ее собачкам, потому что им тоже трава нужна. Одно дело, Батыра мы выгуливаем на улице, а Юви у нас, она женщина шумоголовая, она тут же начинает куда-то сваливать, ее поймать потом просто невозможно, приходится ее на руках заносить домой, рискуя сломать позвоночник, ну то есть Рома это делает, а женщина, она у нас такая в теле, да, ее поднять очень тяжело, даже сильному взрослому мужчине. Поэтому вопрос с выгулом на улице у нас пока откладывается, потому как она все время пытается куда-то вырваться, снимает с себя ошейники и валить. Вот. Поэтому такая травка нам во спасение. Я думаю, что и многим из вас она может пригодиться. Стоит сущие копейки, а для животных весьма полезна. Итак, травка у нас стоит 50 рублей всего. Как обычно, без какой-нибудь гадости, купленной на кассе фикс-прайса, дело не обошлось. Но в этот раз это такая себе не очень сильно гадость, так как ее вроде деткам покупают. Вот такие мини-шоколадки Kinder
Чоколад я взяла для того, чтобы в машине захомячить. Половину съела, правда, потом меня весь вечер мучило какое-то неприятное послевкусие какого-то, знаете, химозного молока. Вот правда, не знаю. Но это лично мои впечатления, поэтому съедена она далеко не полностью. И как бы вот. Так, теперь гвоздь программы, который я просто невероятно довольна тем, что купила. Девочки, смотрите. Вот такая корзинка. Посмотрите, какая прелесть. Это же вообще обалдеть, как она мне нравится, девчонки. Стоимостью, естественно, 199 рублей. Вообще, эта корзинка садовая, да? То есть, в нее предполагается, что будут посажены какие-то растения. Ну, либо в горшках поставлены сюда, да, чтобы не протекало. Но у меня задачи совершенно другие. Вот эту пленку я отсюда уберу. И здесь либо будет крафтовая бумага, либо белая упаковочная бумага, да, и здесь я буду хранить что-то, что мне нужно хранить в доме, то есть, ну, как правило, это что-то связанное с пряжей, да, с пряжей, с ниточками, с вязалочками и тому подобное. В общем и целом она выполнена довольно неплохо, посмотрите, у нее такая стильная какая-то вот эта верхняя часть, здесь есть прям какие-то веточки такие миленькие. Ну, правда, мне даже не хочется ее переделывать и как-либо модернизировать. Возможно, можно было бы ее покрыть сверху белым каким-то более цветом, но меня она устраивает более чем. Значит, у нас это кашпо садовое 30 на 22 и на 13. Великолепно выглядит, девочки. Прям могу вам порекомендовать. Это, кстати, самый... Вот низ у нее вот такой вот. Это самый удачный вариант из тех, что есть сейчас в Фикспрайсе. Там есть корзинки с ручками такими деревянными, да? Но ручки эти, во-первых, они ужасно обработаны. Это первое. Второе, они на... металлических прутьях такой проволоки сделаны, и они там все абсолютно погнутые. То, что я видела, по крайней мере, в нашем магазине. Соответственно, они очень мягкие, и это вряд ли является плюсом. Дальше есть подвесные кашпо, у которых тоже, в принципе, плоское дно. Я на них тоже смотрела, они в темном цвете. Но как-то вот это мне понравилось больше. Здесь не надо ничего переделывать. Меня устраивает и таким вот образом. Но в целом сейчас там очень много каких-то садовых кашпо деревянных, да, таких прям классных. Поэтому обратите свое внимание, много сейчас товара именно садового, и который можно использовать для декора. В общем, я довольна, мне нравится, я рада, что купила, и вам однозначно порекомендовать могу. Стоимостью 199 рублей, как я уже сказала. Буду хранить в ней какие-нибудь свои вязальные проекты. Вот. Ну что ж, мои дорогие, это все, что я принесла из магазина Фикспрайс на сегодня. Надеюсь, мое видео было вам интересно и хотя бы немножечко полезно, в чем-то поможет вам в выборе. И да, обязательно хотела сказать вам большое спасибо за то, что вы доверяете моему выбору и уже с какими-то списочками из того, что я показывала, ходите в Фикспрайс и разделяете мои предпочтения. Это всегда мне очень приятно читать. Также я желаю вам всего самого-самого наилучшего. Люблю, целую. Пока-пока, до новых встреч!